Сегодняшние посылки особенные, ведь совсем скоро у наших бойцов важный праздник – 23 февраля. Поэтому отправка гумпомощи в преддверии Дня защитника Отечества началась с торжественного митинга юнармейцев и поздравлений военнослужащих, которые сейчас находятся на родной земле. Как отмечают сами бойцы, для них очень важна такая поддержка. Когда солдаты отдыхают, тоже такое время есть, смотрят, читают, очень гордятся вами, что вы помогаете нам. Ульяновские школьники вместе с родителями регулярно собирают гуманитарную помощь тем, кто находится в зоне специальной военной операции. В этот раз посылки военнослужащим собрали ученики лицея номер 11 вместе с родителями. Самая главная цель была собрать теплые одеяла для наших бойцов на передовой. Помимо этого, родители, учащиеся, педагоги активно откликнулись на участие в этой акции и уже от себя лично несли дополнительную гуманитарную помощь. На линию фронта отправили продукты питания, медикаменты, текстиль и вещи первой необходимости, а также мягкие игрушки, сшитые своими руками. Также дети отправили бойцам открытки со стихами, которые сочиняли всей семьей. Дизайн открытки тоже разрабатывали самостоятельно. Сочинили стихотворение для наших воинов, а детей, передав всю свою любовь, свое отношение и патриотические чувства к нашим бойцам. Десятки посылок уже успешно отправлены в зону специальной военной операции. Собранные с любовью, они согреют и тела, и сердца наших бойцов. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.